Дорогие женщины, с радостью поздравляю вас с весенним праздником, Международным днем женской солидарности 8 марта. Желаю счастья, здоровья, успехов, большой любви, мира и всего самого доброго и светлого вашим семьям. По своему опыту я знаю, что вы, женщины, являетесь самой активной частью нашего общества. Вот вам не безразлично все, что у нас происходит, какие есть вопросы, проблемы. Можно всегда ждать самого активного вашего участия в жизни нашей области, каждого города и каждого села. Поэтому я желаю вам вот такой настойчивости, чтобы вы подпитывали всех нас, мужчин, на подвиги, особенно на хорошие подвиги. Дай Бог вам счастья, мира, любви и добра.